Привет, друзья! Сегодня за минимальное количество времени я покажу вам максимально вкусный и полезный рецепт приготовления куриного филе. Блюдо имеет умеренную калорийность и подойдет как просто любителям вкусно покушать, так и тем, кто придерживается правильного питания. Так что, друзья, запоминайте рецепты и готовьте друг другу это вкусное блюдо. Поехали! Приятного аппетита, друзья! Калорийность и процентное соотношение БЖУ этого вкуснейшего блюда вы найдете под видео. И не забудьте подписаться и поставить лайк. До встречи!